Спецсредства для разгона Евромайдана купили в России, причем уже во время революции достоинства. По данным следователей Генпрокуратуры, МВД приобрело у Москвы гранаты белого дыма, ручные аэрозольные и светошумовые гранаты. Это подтверждают документы МВД тех времен. Суд разрешил их изъять. По этому эпизоду уже предъявлено подозрение беглому премьеру Азарову, министру внутренних дел Захарченко и его замам, Ротушнику и лекарю. Грозит им до 12 лет тюрьмы. Тепло. Встановлено по накладних. Двічі були польоти літаків Російської Федерації, які привозили партії цих спецзасобів. І поставлявся з Російської Федерації в якості гуманітарної допомоги. Перша партія була 21 січня поставлена, а друга – десь в середині лютого.